хочу вам показать витрину со щетками и с пастами. Соответственно, все можно купить за доллар. Так, вот смотрите, пасты Colgate. Вес, отбеливающая. Colgate Max Fresh. Вес, вы видите ее. Ну, вес для того, чтобы сравнить с тюбиком, который у вас продается. Вот такая вот паста Крест. Зайка, какие ты детские брала? Вот какая-то детская. Я вот эту сейчас взяла. Вот такая вот детская паста. Я а, такой? Вот такая тюбик побольше, Colgate. Такой Colgate. Так, такой мы Крест видели, но такой Крест не видели. Вот какой-то Крест такой. В общем, ассортимент очень большой. Зайка, вот же еще, по-моему, детская. Так. Маришка купила Сашке. Так, такой Colgate мы видели? Нет, еще такой вот Colgate. Ну, не знаю, может, ты машину поставил. Сейчас найдем. Мы Сашке взяли вот две таких, да, зайка? Mm-hmm. А вот это что такое? Колдей. Сейчас я наберу. Так, вот это что такое, не знаю. Сейчас посмотрю, надо Маришке найти. Продолжаем разбираться с пастой. В общем, я разобрался, что это паста. Прочитал просто через телефон, плохо видно без очков. Ну, в общем, вот вес. Все дела. Такой мы не пользовались, не видели. Она тоже какая-то бывает разных видов. Интересная штука. Сколько у нее вес? 130 грамм. Так. Вот еще какая-то паста. Не пробовали такую, не знаю. Так, а что это такое? Что-то для чистки. В общем, мы зависаем в отделе чистки зубов. Я вам покажу все, что можно приобрести. А вы почитайте. Просто мне без очков через телефон еще отражает, очень плохо видно. Так. И пошли всякого рода зубочистки в больших пакетиках, в меньших пакетиках. Так, пару пакетов поближе покажу. Цена за все эти, за все, что вы видите, цена доллар. Вот нити пошли. Какое-то что-то интересное. Мы пользуемся отсюда зубочистками, мы пользуемся нитью. Таким вот, то, что вы видели, не пользуемся. Вот еще какие-то модные зубочистки. Может, и надо купить, попользоваться. Такие интересные. Различные полоскалки для рта и зубов. Так, а, забыл. Миллилитров. Сколько показать. Вот такая вот есть. 500 миллилитров. Все это стоит 99 центов. В общем, вот такие вот. Синие. Красные. И есть вот детские. Специально со вкусом жвачки. 500 миллилитров тоже.
Здесь что-то написано, давайте я вам покажу. Очень много кто интересуется составами, сроками. Есть вот еще вот такая детская. Что самое интересное, как только в каком-то отделе начинаешь чем-то интересоваться и снимать, сразу же собирается веселая компания, которая очень интересуется тем, что в этом отделе продается. А вот какое-то средство для отбеливания зубов за 5 минут. Может быть и работает. Не знаю, я не испытывал. Наверное, надо будет провести эксперимент. Вот так вот высуну. Можно было прочитать. Так. Ну и пошли вот всякие щетки, которые могут быть механические. Так, что это у нас еще? Еще какой-то отбеливающий карандаш. Ну, в общем, Рич — это достаточно известный такой бренд в стоматологии, скажем. Вот такой вот комплектик можно купить, кроме щеточки зубной пасты. Женщина решила сразу все купить. Так вот. Не знаю, что это было, она взяла их штук 10. Вот смотрите, вот такой вот набор из 4 щеток. Набор из 3 щеточек с футлярчиками дорожными. Так, что там еще у нас? Вот детские щеточки с пастой. Снимем, посмотрим. Вот такая интересная. Вот такая вот для любителей Звездных войн. Такая интересная щетка. Опа, на место. Вот такие вот мультяшные. Я думаю, вы знаете такой мультик. Наш Сашка, когда был маленький, смотрел его. А сейчас дети зависают на мультике «Свинка Пеппа». Они смотрят его на английском языке. Мы взяли Сашке такие щеточки. Порадовать его, взяли ему подарочек. Так, вот еще какие-то фигурные вот такие интересные. Вот такие 3 щеточки детские. Есть вот такие интересные наборы. Набор стоматолога юного. Смотрите, здесь есть зеркальце, я помню. В детстве всегда мечтал о таком зеркальце. Потом есть вот, видите, такая штука специальная, ковыряться. Но я не знаю, это надо очень аккуратно уметь. Но зеркало интересно. Штучка для чистки языка. И вот такой набор. Он тоже стоит 99 центов. Причем они есть еще и всяких цветов для мальчиков и для девочек. Так, ну вот, собственно, такой вот зубной отдел я вам показал. Да, и внизу там еще стоит куча паст. Давайте их еще посмотрим. Значит, вот Пепсодент. Я думаю, все знают такую пасту. Сенситив мы видели. Вот есть такая паста. Эйн. 156 грамм. Так. А что вот это вот такое, я не знаю. Какой-то фреш. А, это освежитель полости рта, видимо. Это доллар стоит. Ультрабрайт паста. 70 грамм и другие ее виды. В общем, с пастой и с зубными щетками все в порядке. Так, а еще мы покупаем вот такой вот дезодорант. Он у нас универсальный, у него сладенький приятный запах. И у нас любит его вся семья. Мама, скажи всем привет. Всем привет. А то мы сегодня не здоровались, начали влог. Так, а мама наша зависла вот сейчас, смотрите, вот в таком огромном отделе.
котором есть все. Сейчас я просто пробегу по нему, а потом более детально. Помады, тени. Зайка, скажи, что здесь есть. Все за доллар. Карандаши. Давай карандаши, я проведу, а ты расскажешь. Так, значит, это что у нас вот? Так, ну начнем с того, что есть всякие кисточки, да? Покажем поближе. Кисти для макияжа, так. Потом рядом с ними висят ресницы, если у кого-то отвалились вдруг неожиданно с утра. Это вот тональник, да? Ты каким-то пользовалась таким, по-моему, да? Так, потом это что вот пошли всякие пудры. Опять ресницы. Это более утонченные ресницы. Это просто не. Ну это для разных стриптизерш. Одни для заслуженных, другие для не очень заслуженных. Ну это для тех, кто в теме, кто знает наш юмор. Так, а вот это что? Для Colors. LA Colors. Это помада? Угу. Матка. Так, потом рядышком висит этот самый штуф. Различные карандаши. Мы взяли вот такой карандаш сегодня на испытание. А почему бы нам нельзя его не испытать? А что вот это вот цветной тюбик радужный? Color made какой-то. Блеск, да. А вот это вот красивое, вот это вот. Тоже блеск. Короче, это все блеск, да. Пошли блески, да? Блеск. А вот что тут для глаз написано, да? Ну и все, тут пошли тени всякие. Очень подводка. Много теней. Вот это вот подводка, вот это, наверное, да? Да. Вот. А вот это вот тушь. Угу. А вот подводка. Вот подводка. В общем, всякие, если вам надо всякие, вот как они называются, эти аппликаторы, вот эти. Если вам надо по-быстрому накраситься, то за пару долларов можно. И пошли рядышком лаки. Лаки, всякие гели для укрепления ногтей, вот это вот, по-моему, да? Что-то там для лечения. А, для быстрой сушки сверху покрывать. Да, ну и потом вот всякие такие еще модные штучки там, где-то пошкрябать, где-то подрезать, где-то подкусить, где-то попилить. Ага. Фигдиса как-то увидел 100 забейков. Всякие пилочки. Давай я подожду. Да, и вот тут вот куча лаков, просто куча, которую можно перебрать. Так, потом ниже у нас там пошли ватные тампончики, 100 ватных снежков за доллар. И ниже у нас стоят жидкости для снятия лака. С витамином, без витамина. Так, зайка, а что тут у нас еще есть? Вот это вот, что такое вот в квадратных этих? А, это, наверное, влажные салфетки для снятия макияжа. Да? Тут же есть косметичка. Тут же есть боксики для хранения всяких этих прелестей. Так, ну и дальше переходим. Тут у нас уже пошли всякие крема для тела. С разной степенью защиты, крем для бритья, для ног всякие прибамбасы. Так, а здесь вот у нас пошли дезодоранты. Как я вам показал, мы любим вот этот вот беленький розовый. Мужские, женские, в общем, все можно выбрать. И пошли вот такие вот гелевые дезодоранты твердые. Можно у меня забрать это, чтобы я мог показать? Вот смотрите, я думаю, все знают вот такой дезодорант-секрет. Вот его вес. Стоит он тоже доллар. Я думаю, в Беларуси такой продается сейчас. Когда мы уезжали, он был такой, да, секрет? Разовые станочки. Сколько тут 300 метров? 5 станочков. 1 доллар. Какой-то станочек слегка похожий на жилет. Их здесь два, правильно? Два станочка, доллар. Здесь вот это покажи, это точно все знают. А, леди спидстик, да? Это вот леди спидстик. Так, значит, что у него тут? Около 40 грамм, 39,6 там, по-моему, написано, да, Зайка? Конечно.
Зай, посмотри. Зай, 39,6 грамм, чтобы они же разные бывают. 39,6 грамм цена доллара. Ну и вот опять же в этом же отделчике пошли женские прокладки с крылышками, без крылышек, большие, небольшие. А что это вот это вот лежит там ниже, какая-то типа как салфетка какая-то, впитывающая салфетка какие-то. Ну, в общем, мы не будем сильно вдаваться. Вот. Разные прокладки, все они по доллару. Какие-то вот маленькие совсем. Что это за микропрокладки? Ежедневные. Микроежедневные. Always? Доллар? И вот какие-то тоже ежедневки, наверное, да? Нет. А, это тампон. Ну, я не вижу через этот самый, через телефон. Ну, я не разбираюсь, короче, да, я же мальчик. Вот. А что вот это вот за такие маленькие штучки? А, вот это ногти, я вижу, у кого ресницы уже приклеились. А это, наверное, клей для ногтей. Наверное, потому что вместе. Да, и вон еще Always висят, смотри, и тампанс даже есть, смотри, и все это за доллар. Просто в 99 центов этого нету. Так, ну и сразу можно еще протеститься, если вдруг вы чувствуете, что вам хочется соленых огурчиков, то можно на всякий случай зацепить. Вот. А также есть драг-тест, на, если вы накурились и боитесь, что лишнего, то можно вот такого дело проверить. Напротив я развернулся, значит, здесь есть всякие дропсы, там конфетки от кашля какие-то, а это витамины, значит, давайте посмотрим. Ну, это вы видите конфетки от кашля, а вот есть такие витаминки D3, они желатиновые, но это, конечно, маленький объем, за доллар они немножко дороговаты. Мультивитамины, витамины лучше покупать в больших банках, они, конечно, будут более выгодны. В Костке банка будет стоить порядка там, 7-12 долларов, но она, конечно, намного больше. Но, тем не менее, вот так вот, если вы захотели перехватить витаминов, какие-то Woman, ежедневные витаминки, рыбий жир, я забыл, как это по-русски называется. Это вот я вообще не знаю, что такое. Пребиотики. Витамин Е. Все эти баночки стоят по доллару. Это чтобы энергия нам не заканчивалась. Так. Потом пошли всякие типа Терафлю и прочее. Жидкие, порошковые. Всякой всячины. Вот это вот, кто смотрел раньше, я говорил, аналог активированного угля. Так, это салфеточки стоят внизу. Ну и тут пошли всякие таблеточки, которые можно купить без рецепта. Аспирин. Ибупрофен. От головы. Ацетаминофен. Зачем-то надо, я не помню. Вот. А здесь всякого рода мази. Крема с витаминами, пластыри, такие вот маленькие пластыри, вы знаете. Салфеточки, протирочки. Есть детские пластыри, чтобы детки не плакали. Раны. Есть вот такая вот соль ванную принимать расслабляющую. Еще пластыри пошли. 30 штук. Цветные. То есть тут можно их подобрать и по размеру, и по цвету, и по количеству в упаковке. Но цена от этого не меняется.
например, соль. Вес ее 454 грамма, 1 доллар. Перекись обрабатывается, ранки. Так, объем почти литр, 1 доллар. Так, здесь у нас что? Здесь у нас пошли всякого рода мази, всякого рода пластыри, согревающие, расслабляющие. Спрей для носа, если нос заложило. Наверное, этот отдел у нас заканчивается. Вот такие вот наборы, 3 в 1. Что у нас тут? Ушные палочки 100 штук, наверное. Да. И 10 ватных тампончиков и 10 таких вот ватных пластиночек. Как это правильно сказать? Их крутится на языке и слетает. Но, как я вам уже показывал, вот эти вот всякие ватные палочки можно купить. Вот видите, здесь 350 штук, а в центах можно купить, в принципе, упаковку на 1000 штук. Ну и опять же, вот ватные тампончики, 100 штук, упаковка за доллар. Так, а вот это что мы не посмотрели? Влажные салфеточки. Но они бывают разные, и такие, и детские в квадратных упаковках. Все, наверное, на этом обзор косметическо-зубного лечебного отдела мы заканчиваем. Спасибо, что вы были с нами на канале «Наша жизнь в Америке». Не life, it's my life. Ну, а мы пошли на кассу. Да. Что мы там купили? Мы купили пару дезодорантов. Так, это бальзам для губ. Давай здесь покажем. Так, это бальзам для губ, Катаринка купила. Да. Это наша лапуля сегодня креативить будет. Ага. Дочь, она купила каких-то прибомбасов. Что-то будет и делать. И это будет сверху, и мне нравится. И это чужое. Я взяла себе рак, что-то. А, ну специально лечебный рак, да? Да. Ну, пасту, так, то есть пасту показываю. Сашки, зубную щетку Сашки и спрей в нос. Да. А, и дезодорант. А щеточку ты показывала? А щетку я показывала. Свинка Пеппа. Пеппа. Саша будет рад. Спасибо. Ну, сама кушай, папа. А вообще приближается праздник... Как называется? День Святого Патрик Дэй. И вот уже к этому празднику уже тоже в отделах. Посмотри, сколько всего. Пошли зайцев покажем. Наваливают. Ладно, это не интересно. Давай зайцев. Давай. Есть шоколадные зайцы. Зайцы попрыгайцы. А есть вот такие. Смотри, какие прекрасные шоколадочки. Ну, 5 шоколадочек. Да, ну это конечно. Ой, смотри, вот это яйцо. Пасхальное яйцо. И морковочка. И еще вот это есть. И яички шоколадные. А, посмотри, какое милое. Там внутри яички конфетки. Угу. Специальные пасхальные лизуны. Папа, тебе дальше. Сереж, смотри. Пасхальный шоколадный заяц. Блин, зачем я его взял? Обозреем отдельно. Давай. Все, всем хорошего настроения, хорошего дня. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». Не life, it's my life. Всем пока-пока. Пока-пока. Бай-бай. Это все вещи, какие мы купили. Здесь начнем. Давай начнем. В таком видео я буду делать... Ну, Катаринка у нас немножко приболела. Мы ходили в поликлинику. Нам выписали какую-то медицину, лекарства. Мы пойдем получать. И поэтому она сегодня дома сочкует. Вот, и сходила с нами в магазин. В общем-то, в магазин мы пошли почему? Что нам надо было купить? Нам надо было таноса. Мы взяли бальзам и сетью. Для носа нам надо было. Вот, значит, спрей такой, чтобы носик дышал. И расскажи, вот это вот что за красивый стаканчик стоит? Это не стакан. Ну, когда у тебя... Покажи крупненько. Когда вот у тебя губы, они... Посеверили? Посеверили. Посохли. Ты вот так пьешься. Это помада такая выкручивается? Ну, это не помада, это ну, как... Как помада. Класс. И это как... Flavor как Pepsi. Запах как Pepsi. Wild Cherry. Да. Ну, еще как... Если это вот так, угу. Как будет Pepsi. Вкус дикая вишня. Да.
Так, что мы Сашке купили? Папу, то со Сашки Настя, папа. Сашке мы купили зубные щетки Свинка Пеппа. И вот такая вот зубная паста детская. Старшие дети у нас уже чистят взрослой пастой. А Сашка пока чистит вот такой вот еще детской пастой. Взрослая паста, как он говорит, ему колючая. Вот это значит мятная. Эти пасты колючие для детей. Были раньше для всех колючие, но взрослые уже перешли на взрослую. Старшие дети перешли на взрослую пасту. Им уже не колючая, да? Так, ну дезодорант я вам показывал. Так, вот это. Купили вот такие киндер-сюрпризы. Три тоже у нас, три детей. Да, у нас три ребенка. Но это не, это киндер-сюрприз, там не полное яичко, а там получается в одной половинке шоколад, а во второй половинке игрушка. И там будет Star Wars. Да. Так. Потом я купил вот такие вот три упаковки конфет. Это на работу в машину. Они по 283 грамма. Это просто ментоловые, мятные. Это вот такие вот клубничные. И... вот такие вот, я даже не знаю, какой у них вкус, тоже сосачки, 283 грамма. Я думал, что они апельсиновые, но они какие-то немножко другие. Вот здесь вот написано butterscotch flavored. Oh, это как butterscotch? А что это значит butterscotch? Это какой-то butter. Ну, в общем, но у них интересный вкус, я съем и расскажу, что за она. Так, еще я пару слов скажу. Значит, наша мама купила себе вот такой вот укрепляющий лак. И вот такой вот карандаш. Она хочет попробовать. Хочет попробовать, это ее дело. Так, ну и Катаринка купила, она хочет что-то креативить. Что ты будешь креативить? Типа я сделаю, это, наверное, будет майка, ну что, ну, я хочу что-то было. Давай мы не будем сейчас рассказывать, что ты будешь креативить, мы просто скажем, что ты купила. Значит, Катаринка хочет сделать какой-то творческий проект. Для этого много она взяла... много мячиков мягких. Да, вот такую пластмассовую баночку. Cookie Monster. Сверху будет стоять вот этот монстр, да? Да, ему нравятся печеньки. Для работы Катаринка взяла вот такой вот специальный клей. Оно работает на пластике. Да, молодец. И вот такие вот цветные, это как шарики или резиночки? Мячики. Мячики просто, да? Такие два пакетика. Ну, в общем, весь этот пакет стоит 27.45 долларов. Короче, 27,5 долларов. Поэтому... всегда можно зайти в магазин $3 или 99 центов и интересно, по интересной цене будем что-нибудь купить.